Депутат Горсовета Уфы получил условный срок и денежный штраф за растрату средств и незаконную прослушку. Советский суд вынес приговор бывшему генеральному директору Башкирского производственного объединения «Прогресс», сообщили в управлении ФСБ по республике. И вот по данным РБК, на скамье подсудимых оказался 45-летний муниципальный депутат Марат Тимиров. В 2021 году он создал подконтрольную фирму, которую возглавила его знакомая. Через эту компанию директор госпредприятия выводил средства, считает следствие. С организацией были заключены два договора на разработку и поставку программного обеспечения, предназначенного для автоматизации производства. Фирма получила от производственного объединения «Прогресс» 1 миллион 800 тысяч рублей за работы, которые фактически не выполняла. Обвинение в незаконной прослушке связано с тем, что бывший гендиректор велел установить камеры видеонаблюдения с функцией звукозаписи в своем кабинете и приемной. Марата Тимирова приговорили к 4 годам лишения свободы условно и штрафу в 300 тысяч рублей. Его знакомая, которую он сделал директором аффилированной фирмы, получила 1,5 года условно.